Друзья, всех приветствую! С вами интернет-магазин antilife.com.ua. Перед вами модель под названием Asus Zenfone 6. Это модель, которая уже успела нашуметь. Это 6-дюймовый дисплей, большой смартфон, фаблет. И я вам хочу сказать, что эта модель мне даже больше понравилась, чем ее младший брат Zenfone 5. Я уже снимал обзор, можете посмотреть на нашем канале обзор. Ну а сегодня будем говорить про его 6-дюймовую версию. Во-первых, поставляется смартфон вот в таких вот коробках. У меня сейчас в руках версия красная. Вот в таких вот коробках. Что у нас в комплекте? В комплекте особо ничего нет. Здесь только зарядка, USB кабель, ну и будет обязательно переходничок. Мы будем докладывать обязательно. Что мне нравится в смартфонах Asus, это то, что если смартфон поставляется, допустим, в красном цвете, то коробка у него красная, у него задняя крышка красная, и что мне больше всего нравится, у него рабочий стол у смартфона тоже будет красный, и это все придает такого более интересного впечатления от смартфона, то есть это круто на самом деле. Asus Zenfone 6 имеет большой дисплей, 6-дюймовый, здесь разрешение HD, здесь олеофобное покрытие, то есть отпечатки пальцев остаются, но они минимальны. Также здесь Gorilla Glass 3, и давайте смотреть, рассматривать, что же у нас на лицевой панели. На лицевой панели у нас есть логотип Asus, есть разговорный динамик, есть фронтальная камера на 2 мегапикселя, датчик приближения, датчик освещения и индикатор пропущенных звонков, который при зарядке светится оранжевым. Снизу у нас 3 сенсорных кнопки. Назад, домой, меню. Я уже высказывал свою точку зрения в обзоре на Zenfone 5 по поводу этого момента. Мне, во-первых, не нравится то, что они не светятся, то же самое и здесь. И, во-вторых, я привык к тому, что кнопка назад, она располагается здесь. То есть, когда я держу смартфон вот так вот, я нажимаю вот так, и мне удобно. Здесь это немножко неудобно. Здесь такая же, как и у Zenfone 5, металлическая панель с рифленостью такой очень прикольной. Это действительно круто. Это все очень классно смотрится внешне. Сзади смартфон имеет крышку, про крышку немножко попозже. С торцов, тут я не знаю толщину. Общая толщина в максимальном расстоянии это 9,9 мм. С этой грани у нас есть качелька громкости и кнопка включения-выключения. Кнопка включения-выключения находится снизу под качелькой, это довольно-таки удобно. Сверху у нас микрофон и разъем под наушники. Снизу у нас еще один микрофон и микро-USB разъем. Задняя крышка выполнена из очень качественного пластика. Он матовый, это soft-touch покрытие. Отпечатков пальцев практически нет, их можно разглядеть только под отличным таким освещением. Здесь логотип Asus, есть вспышка, 13-мегапиксельная камера. Решетка под динамик, сам динамик располагается здесь, он один. Ну и известно, что данная модель на интеловском процессоре, поэтому вот такой вот логотип есть. В отличие от Zenfone 5, шестая версия получила улучшенный аккумулятор. Аккумулятор здесь имеет емкость 3300 мАч. И я вам хочу сказать, что это действительно проявляется на практике. Смартфон намного лучше работает в автономном режиме, чем пятая версия. Вот такой вот смартфон выглядит под крышкой. На крышке есть, кстати, вот такие вот штуки. Значит, две сим-карты, микро-сим. Сим-карты все на... и microSD-карточка все на защелках. То есть, вот таким вот образом. Динамик, камера и вспышка. По сборке, по дизайну нареканий у меня нет вообще никаких. Смартфон идеально собран, он идеально монолитен, то есть здесь ничего не трещит, ничего не хрустит, никаких люфтов в помине нет. Когда берешь этот смартфон в руки, понимаешь, что это действительно качественная вещь, и служить она будет долго, и все выполнено на самом высочайшем уровне. По наперегиб никаких моментов здесь абсолютно нет. По дизайну мне просто, я балдею от внешнего вида этого смартфона, все нравится.
Давайте перейдем непосредственно к нашему смартфону, к начинке, ну и посмотрим все это через Antutu Tester. Точнее, Antutu Benchmark. Набирает эта модель порядка 30 тысяч баллов, ну, чуть меньше 27, Asus Zenfone 6. Что по начинке? Здесь двухъядерный Intel Atom Z2580 с реальной частотой ядра по 2 ГГц. Разрешение дисплея здесь HD 1280 на 720. Это тот момент, который мне не особо нравится. Я бы предпочел на такую большую диагональ Full HD разрешение. 13-мегапиксельная камера, здесь 2 ГБ оперативки, 16 встроенных. И также вставлена у меня карточка памяти. Вот два ядра по 2 ГГц максимум. Здесь матрица дисплея IPS. 13-мегапиксельная основная, 2 мегапикселя фронтальная камера. Вес смартфона 196 грамм. Ну и датчики мы посмотрим через другую программку. Эта программа называется Z2S Test. Скажу сразу, что смартфон не поддерживает NFC, смартфон не поддерживает OTG, и, наверное, это большой минус, потому что диагональ большая, можно было бы в поездках смотреть фильмы, тем более, что аккумулятор позволяет это делать, но не тут-то было. Значит, GPS, Wi-Fi, Bluetooth, компас, акселерометр, датчик приближения, датчик освещенности очень точный, довольно-таки мощная вспышка, гироскоп, все это есть. Мультитач. Здесь 10-точечный, не хватит у меня сейчас всех пальцев, ну то есть 10 точек смартфон поддерживает. Те, кто видел мой обзор на Asus Zenfone 5, видели то, что я расхваливал прошивку, и буду делать это то же самое и здесь. Во-первых, прошивка у нас мировая, версия 2W, вот такая вот прошивка. На этой прошивке смартфон работает отлично, справляется с современными игрушками, все переведено на русский язык. В прошивке есть очень много всяких плюшек, всяких настроек, настроек звука, различных виджетов, различных приложений, связанных с подключением к компьютеру, каких-то беспроводных там дел с монитором. Очень много настроек, здесь всего не рассказать, и не хватит у меня и 30 минут. Есть Easy режим, есть различные настройки экрана, то есть можно включить режим чтения, чтобы экран был более теплый, или, либо более холодный и тому подобное. Единственное, что отличается у Zenfone 6 от 5, это вот такая вот фишка. Кстати, забыл сказать, что дисплей и тачскрин у Zenfone 6 может работать в режиме в перчатках, то есть это все включается. Но фишка, которую я хотел вам показать, что его отличает от пятой версии, это управление, режим управления одной рукой. В этом режиме мы можем выбрать интересующий нас размер экрана, то есть если, допустим, у вас был раньше 4,7-дюймовый смартфон, вы можете сделать вот такую вот функцию, и вам абсолютно удобно, можно будет управлять всеми настройками полностью, даже в игры поиграть вот за счет вот таких вот менюшек. Если привыкли к еще меньшим, 4,3, пожалуйста, работайте, делайте все что угодно. Можно ориентировать под левую руку, то есть это очень классная функция, если учитывать, что дисплей у смартфона действительно огромный, 6-дюймовый, не забывайте об этом. Ну и на весь экран вот так вот можно сделать. Что мне понравилось, что мне не понравилось? По поводу звучания. Звук, точнее микрофоны при разговоре шикарные. Звучание отличное. Разговорный динамик для меня показался среднего уровня, то есть он не слишком громкий. Ну я, например, на G1 G2 имею лучший динамик. Динамик внешний меня порадовал, хоть многие пишут и говорят о том, что динамик не сильно громкий, как по мне, вполне громкий. И довольно-таки качественный, как по мне. Ну и звучание в наушниках здесь очень громкое. Есть и басы, и довольно чистый такой звук идет, поэтому для тех, кто любит слушать музыку, кто любит смотреть фильмы, этот смартфон однозначно подойдет. Касательно экрана, напоминаю, 6-дюймовый экран, здесь HD разрешение, здесь IPS матрица, Gorilla Glass 3 и олеофобное покрытие от отпечатков пальцев. Что вам могу сказать я вам по поводу дисплея? На рабочих столах все великолепно. Никаких пикселей здесь не видно абсолютно. Углы обзора у смартфона тоже довольно-таки хорошие. Яркость вот сейчас у меня стоит на максимум. Давайте продемонстрирую вам
ее минимум. Ну, вот такой вот минимум, довольно-таки низкий. Ну, сейчас при таком освещении буду на максимум делать. По поводу разрешения, все-таки хотелось бы мне на 6-дюймовом дисплее видеть большее разрешение, чтобы, например, в современных игрушках, например, Asphalt 8, более четко выглядели машинки. Например, ну, я замечаю кубики какие-то, мне немножко не хватает. По поводу углов обзора, давайте сейчас зайдем в галерею, открою я несколько картинок различных. Цветопередача шикарная, дисплей очень такой реалистичный, цвета отображаются хорошо, но по диагонали, вот если, допустим, смотреть вот так вот, мы сделаем сейчас таким вот образом, углы, чтобы посмотреть нормально углы обзора. То есть углы обзора хорошие, но по диагонали смотрите, что с экраном происходит. Немножко и преломляется изображение, и даже вот светлеет. Ну, в общем, экран классный, но по диагонали, как и многочисленные смартфоны, не слишком дорогие, вот имеют такие вот нюансы. Касательно производительности, я уже тестировал Asus Zenfone 5, там такая же начинка, 2 гига оперативки, двухъядерный интеловский Z2580 процессор, с играми справляется смартфон отлично, ну, давайте, чтобы не быть голословным, несколько из них продемонстрирую. В целом, нареканий на процессор вот такой вот я не могу сказать. Все запускается отлично. Идем дальше. Касательно теперь аккумулятора. Аккумулятор меня очень приятно удивил. Здесь аккумулятор, он не съемный, он встроенный на 3300 мАч. Напоминаю, у Zenfone 5 аккумулятор был на 2100. Какие результаты у меня получились, я вам сейчас продемонстрирую. Но результаты отличные для такого ценового диапазона и для такой диагонали в первую очередь. Смотрим. Значит, в режиме игры с максимальной яркостью у меня 4 часа в Epic Citadel. Это действительно очень классный результат. Результат в Antutu тестере у меня 4432, результат у Zenfone 5 был примерно около 3000. То есть по аккумулятору здесь однозначно эта модель лучше, аккумулятор здесь огромный, и поэтому смартфон очень достойно держит заряд. Касательно GPS, GPS здесь рабочий, поддерживает смартфон GLONASS спутники, спутники ловят в принципе быстро, но не так много, как хотелось бы. Но я не думаю, что это как-то будет влиять на то, что телефон не будет ловить спутники и не будет вас вести по навигации. С GPS тоже все отлично. Камера, как и у Zenfone 5, имеет кучу настроек, имеет многочисленные, самые-самые разнообразные настройки, с этим можно очень много играться долго, имеет турбовспышку, фронтальная камера среднего уровня, основная камера на 13 мегапикселей, мне она понравилась. Вот, 13 мегапикселей, в зависимости от настроек, мегапиксельность эту показывает разную. Я делал фотки, делал видео, вспышку проверял. Все довольно-таки достойно. Макросъемка у камеры отличная. Текст тоже можно отлично фотографировать. Куча разных фильтров, куча разных настроек. Это уже все, можно играться и вытворять все, что вам угодно. Видео, фотки покажу еще. Сделаю днем на улице и продемонстрирую вам. По камере мне тоже все очень понравилось. Asus Zenfone 6 мне намного больше понравился, чем Zenfone 5.
Есть у него свои недостатки, но очень много достоинств. Во-первых, по поводу недостатков. Что для меня является недостатком в этой модели? Недостатком является вот эта вот панель сенсорных кнопок. Они располагаются, во-первых, не так, как мне нравится. Мне нравится, чтобы кнопка назад была здесь. Ну, то есть наоборот. Во-вторых, они не подсвечиваются. Хотя это ощущается только тогда, когда ты просто держишь этот смартфон, допустим, наверное, в первый день. Потом к этому привыкаешь, и все отлично. Далее, что мне не особо понравилось, или просто хотелось бы лучше, все-таки для 6-дюймовой диагонали, для 6-дюймового дисплея хотелось бы полноценный Full HD дисплей, разрешение экрана, чтобы картинка была еще круче. Теперь о достоинствах. Во-первых, когда ты держишь в руках Asus и, например, из конкурентов 6-дюймовых THL T200, Zopo ZP990+, просто понимаешь, что продукт от Asus это уже конечный продукт по сравнению с THL T200, с Zopo, хоть там и разрешение больше, хоть там и встроенной памяти больше, но все это не то. Когда держишь Asus, ты понимаешь, что ты держишь конечный продукт с очень интересным софтом, с запиленным софтом, с полноценным русским языком. Ну, против этого T200 и продукты ZOP, продукты THL, это просто как голый Android, ничем особым не выделяется. Ну и плюс меня очень порадовал дизайн. Когда держишь, опять же, в руках Asus, то понимаешь, что качество, сборка, надежность, все будет на высочайшем уровне. В принципе, считаю, что эта модель 6-дюймовая на данный момент одна из лучших. Цена его приблизительно $270, может быть, даже 260 у нас в Украине. На гривны это приблизительно 3500 гривен, то есть цена очень конкурентоспособная. Модель гривен на 500 дешевле, чем Zopo 990+. Ну и гривен тоже там на 200, на 300 дешевле, чем T200. Вот такой вот получился смартфон. Считаю, что модель намного удачнее, чем Zenfone 5. Однако я бы, увы, с таким бы лично не ходил, только из-за того, что он очень большой. Все-таки Zenfone 5 там 5 дюймов, и хоть он и хуже по аккумулятору, там по другим особенностям, но все-таки по размеру удобнее, конечно, ходить с меньшим аппаратом. Но если вы хотите именно большой диагональ, если вам нужен качественный, надежный смартфон с нормальным аккумулятором, с достойной производительностью, то Zenfone Asus 6 это именно то, что вам нужно. На этом все. Спасибо за внимание. Оставайтесь с нами. Это интернет-магазин antlife.com.ua. Обязательно будем делать для вас новинки, новые обзоры на самую передовую технику из Китая, которую у нас можно приобрести. Всего доброго!